I'm alive. А папа, попроси тебе гнездышко сделать. Нет, он от того будет смеяться. Кто будет? Папа будет смеяться. Ну ладно, тогда в мое гнездышко ложись. Давай меня укусь. Вот такое Клима гнездышко из моих ног. Всем привет. Расскажи, где ты лежишь? В гнездышке. Карамба, карамба, ямба. Кушать уже пойдем? Да, да. Ну поиграй чуть-чуть, я сейчас проверю. Кашка готова? Вот у нас сегодня кукурузная каша варится. Еще не готова. Всем привет. У меня утренние процедуры параллельно с готовкой завтрака. Я купила недавно себе патчи, они классные, я не знаю. Это мои первые патчи в жизни, может быть, они все такие хорошие. А сейчас я вам покажу свои. Прям после них реально кожа другая под глазами. Меняется. Я купила их случайно совершенно в корейском магазине, где я покупала порошки, освежители воздуха. В моем доме опять завелся фикус, он стоял у Сашиной мамы. Родители настояли, чтобы я его вернула обратно домой. Они считают, что все мои проблемы в отсутствии фикуса. И как только он появится у меня дома, так все у меня сразу наладится. И все, что я планирую, сбудется. Я в это не верю, честно. Вот если вдруг совпадет, да, то они обязательно будут считать, что все дело в фикусе. Хотя, в принципе, и без фикуса шансы мои очень велики. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. А когда я говорю папе, я уже, в принципе, немного выбираю коляску, там, кроватку в уме. И я говорю, вот я хочу такую коляску, такую кроватку. Папа говорит, Катя, нет проблем в коляске. Вы понимаете, да, намек? Так что есть только другие проблемы. Я собираюсь сегодня гладить. У меня куча белья набралось. Буду смотреть свои любимые сериалы. Климатика у мамы Сашиной. Мне повезло. Еще ко мне сегодня должна прийти подружка. Так что все, что я успею, поглажу. Нет, когда придет подруга, я заберу Клима. И так далее. Собаки мои там. Клево, когда рано встаешь. То вроде еще рано, а ты уже на ногах, а постель еще не убрана. Я начала гладить и смотреть новый сериал «Ты моя родина». Как же все-таки я обожаю турецкие сериалы. Они подсаживают просто нереально. А, знаете, российские сериалы как-то, ну, что-то очень такое близкое. В американских сериалах очень много пошлости, разврата. Мне это не нравится. Те же самые «Тюдоры» я никак досмотреть не могу, сколько раз начинала. Но турецкий сериал стоит мне посмотреть, особенно вот такой исторический, где снимается Халит Эргенч. Это просто выше моих слов. Я вам всем советую. Мне кажется, это очень крутой сериал, хотя это всего лишь первая серия. Я не знаю, сколько сезонов есть, сколько уже есть в общем доступе, но пока я наслаждаюсь. Сейчас так интересно наблюдать, как Халит Эргенч играет со своими детьми по этому фильму. Когда он был Сулейманом, ему по статусу не положено было. Он был очень сдержанный по отношению к детям. Даже когда мы были в Турции, нам гид рассказывал, что султаном было не по статусу как-то играть с детьми, обнимать, целовать. То есть им положено было быть сдержанными. Тут так это мило, боже мой. И вообще наблюдать, как менялся мир после султанов, что было. Вот это как раз то время. Как живут турки сейчас в фильме «Черная любовь». И как было все культурно, и как сейчас осталось. Но при этом они не зациклены на том, чтобы закрываться. Женщины очень современные. Кстати, еще хочу отметить очень хорошее. Мне кажется, что в Турции Инстаграм, там, Ютуб не захватил так реальность, как наш мир. Сейчас, где ни посмотри, люди с сутками пялятся в эти мобильные телефоны. Ну, за мной тоже есть такой грешок, но я как-то себя отдергиваю постоянно. Так, все, хватит, все, возвращайся в реальный мир, в реальный. Постоянно Саню за это ругаю.
А в Турции люди до сих пор читают газеты. Это очень похвально. И есть чему поучиться. И вообще все сериалы очень поучительные. Я вам советую тоже подсесть на них, если у вас есть время. Ну, даже можно параллельно готовить, кушать и смотреть. Покажи свой рот, Андрюшка. А, ты что кушал синее? Наверное, вот эти конфетки. А, да. Клим, а как ты Андрюшу называешь? Золотой. А ты, Андрюша, как Климу говоришь сладко? Мама. А. Питачу. Питачу. Скажи, Катя, дай пить. Твоя. Ну, сейчас, да, мой сладкий. Давай, вот смотри, какую я фигурку сделала. Где? Покажи. Вот. Можно я туда засунуть? Можно. Клим, а ты кого хочешь, братика или сестренку? Я хочу сестренку Лизу еще одну. Еще одну Лизу? Да. Нет, давай по-другому назовем. Как? У нас же есть уже одна Лиза. Если у тебя будет сестренка, давай ее назовем. Как назовем? Придумай. А, давай его назовем. Ай. Ой. Как? Давай ее назовем. Как? Громко скажи. Алия. Такого нет же имени. Выдумщик. А тебе не дают, вот на, играй, Андрюшка. Чему такой пухляшечка, такой сладенький. Давай. Можно тебя щекотать? Давай я тебе вот это дам. Нет, пусть Андрюша поиграет с этим. Он уже с этими щипцами поиграл. А мы давай с тобой зубки делать, давай. Я сейчас сделаю красивый настоящий зубик. А Андрюшка будет сверлить зубы. А еще что-нибудь скажи. Ну, котеночек, муники. Клим, а ты что делаешь? Это такой огромный большой зуб? Да. Это не зуб, это целая огромная болячка. Да. Болячка. Андрюшка, видел болячку? Смотри, сейчас у нас будет большая дырка. А тебе нравится, как пахнет пластилин? Нет! А мне нравится. А, нельзя его кушать, ты что? Он соленый. Да? Вот точно. Первый раз в жизни попробовал, он правда соленый? Да. Почему? А пахнет прикольно, я бы его съела. Странно. Я тут посижу, можно? Клим, ты что съел? Он взял муку. Вот дырочка. Клим, ты больше не будешь муку есть? Ну не надо теперь плеваться. Тесто. Надо. Стой. Сюда давай. Ты же меня в животике водила. Давай, в животике. Надо большим привет. Давай. Давай, раз, два, три. У мамы с папой денег нету. Я просил. Игрушку они мне так и не купили. Они не будут. Машинка у него, конечно. Зато сегодня мы тебе купили. Покажи, какую машинку мы купили. Да, ну у нас такая есть. У нас же ну, не знаю, вот вцепился в нее, и вот только там и монстр трак был, и все было. Да, старая, точно такая тоже. Клим, а покажи, какой пирог ты приготовил сегодня. Мам, а ты будешь всех угощать? Скажи, угощайтесь. А, только угощайтесь. Вкусный пирог получился? Мне кажется, знаешь, вот с такого состава можно сделать... Особенно крем. Особенно крем? У нас карпоны. Маффины. И чая нету. Как нет? Вон что твой чай стоит. Просто мы оставили, потому что ты с Климом. Давай. Тебе разбавить можешь? Я нет, хочу пирог. Нет, я разбавляю. Ой, я хочу водички попить. Хорошо, сейчас тебе. Ванну достану. Клим, что мы сейчас с тобой будем делать? Игуану достану. Собирать. Подожди, пока не раскидывай без меня. Давай со мной вместе раскидаем. Да. Я тоже хочу раскидать. Мы с тобой, смотри, что взяли даже. Инструмент. Целый набор инструментов.
Значит, да. Садимся и по инструкции сейчас будем с тобой вместе собирать, да? Не уроняй, они тяжелые. Тяжелый инструмент. Вот такая у нас игуана. Я в шоке. Как ее можно собрать? Из вот таких вот маленьких деталюшек всяких. Да, все равно. Это как самолет собирать. Да. В детстве там самолет собирали. Открыть. Я тебе сейчас все покажу. Садись на стульчик, и папе помогает. Вот сюда садись. И это темная игуана. Это когда больше серая. А это ее ноги, а это ее голова. Что ли? Это очень красивая, мою любимый молоток. Молотой инструмент. Да. О, это машина. Большая мне отвертка понужна. Папа, какую сторону? Вот против часовой, вот так. Пока мои мальчишки собирают игуану, жуткую, они еще 3 дня ее будут собирать, честно. Я мою посуду, это я сейчас перемыла, буду вытирать все, еще не домыла. Нарезала им фруктики. Собаки голодные. Фрукты не вам, поняли, да? Если им давать фрукты, потом они, в общем, в туалет ходят не так, как надо. У них расстройство желудка. Поняли меня? Нет. Кто хочет фруктики? Я. О. Тебе не чищенное яблоко, а Климу чищенное. Москву видно. Фу. Климаська уже будет спать, да? Да. И ты мне почитаешь про мальчика с пальчика. Думаешь, я хотел про динозавра. Ну вот давай про мальчика с пальчика, блин, читай. А пойдем? Ты поцелуешь папу и скажешь спасибо тебе, что ты меня любишь. И спасибо. Ой-ой-ой, что такое? Ну, покажи. Ударился. Папке скажу. Папа, спасибо, что ты у меня есть. И... Молодец. Ой, ты мой хороший. Я потом сам и приду к тебе. Хорошо, мой сладкий. И я буду с тобой собирать. Да. А пока мы поспим и почитаем книжку, да? Да, про мальчика с пальчика. Прошла ножка? Да. Ну давай, ложись под одеялко теплое. Да. И давай, знаешь, давай всем говорить, что? Всем пока-пока. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем влоге. Сколько много снега. Мы потом туда пойдем. Да. Ух ты, все в снегу, в снегу. И там этот стульчик, смотри, там. Всю твою качелю замело снегом. Ты представляешь? Да. Ну все, мы проснулись сходить в туалет, посмотреть на снег. А теперь спать. Давай без трактора спать, ты уже вон замерз. Все, пока-пока.